Сегодня здесь, вы знаете, конечно, потому что было много рекламы, много анонсов. И это прекрасно, потому что работает замечательная пресс-служба, которая обо всех мероприятиях РСКГ этой серии информирует через разные средства массовой информации, не только смоленские, всей России. Мы видим сюжеты и в новостях, и в интернете можем почитать. Есть канал на YouTube, где есть новости о гонках. И вы точно можете знать, что сейчас на сцене появится певица, которая тоже не чужда любовь к скорости. А она очень скоростно ворвалась на Олимп российского шоу-бизнеса и на нем уже на бешеных скоростях много лет. В этом жанре никто ее не может догнать. Она такая одна. Встречайте. Только для вас сегодня поет «Глюкоза». Вместо боевой песни гоночных моторов, вместо рева двигателей скрипа шин – музыка. Привет!
честно, я вообще первый раз в жизни своей на гонках. Поэтому большое спасибо за приглашение. Все безумно интересно, завораживает. Один из любимых моих фильмов «Ванильное небо». Я думаю, что все в этот фильм тоже смотрели, раз люди такие пришли, увлекающиеся автомобилем. Я еще узнала, что и девушки у нас тут принимают участие. Это отдельные аплодисменты нашему, с одной стороны, слабому полу, в другое время очень сильному. Ну что, мы сегодня...